Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Охла. Ну что, у нас первый день декабря, и я забираю 25 миллионов древесины. Окей, это у нас есть. Так, ну что, наверное, у нас будет этот месяц насыщенным, потому что это предновогодний месяц, и я думаю, по крайней мере, рассчитываю на какие-нибудь новогодние подарочки и ништяки. Так, давай-ка мы с тобой начнем с открытия паков. Так, древоруб, душитель, громобой и ресурсы. Маленько, но все равно приятно. Ну, понятно, что монетки. Это все в копилочку летит. Шторморез, громыль, кревет. И опять же, малька ресурсов. Так, все. Паки мы с тобой глянули. А, у нас и обновились задачи. Все, я понял, сезонный абонемент заработал. Так, давай мне сюда древесину. Сразу лети за ней. Так, заберем. Что у нас тут? Ну, давай-ка глянем. Ага, обычная ракушка. Так, древоруб, будешь прокачиваться? Да, конечно, нет, ребят, ну посмотрите. Или, блин, я же на долю секунды подумал, что будет. Но нет. Но зато очень много дали нам с тобой вот этого вот пространства. То есть, как говорится, шансы увеличились. Так, а ты древоруб... Ой, древоруб. Ветрокрыл, не радуйся, ты полетишь у нас за железом. Так, тут у нас сколько рыбки? 11 миллионов. Очень мало, на самом деле. Очень мало рыбы. Так, камеру отдалим. Давай начнем с Громгильды. Что ты там дашь? А дает она нам яйцо. Это змеевика, насколько я помню. Давай-ка полетит направо. Ничего хорошего там не выпало. Так, а что у нас здесь? А, ну-ка, давай-ка крутанем и посмотрим, что же нам здесь выпадет. Давай пак. Отлично. А что в этом паке у нас вообще находится? Приключения, набор. Ох, руны, руны. Ребят, ну это шикарно. И ночная жуть. Ночная жуть у нас и есть. Поэтому эту жуть я буду отпускать. Лети. Лети на простор. Но пак очень даже неплох, на самом деле. Так, обучить. Подожди секундочку. Сколько там? 140. До 80 уровня. Пускай летит. Пускай летит, ребята, и обучается. Так, что у нас тут по сардельке? А давай-ка глянем. Ох ты. Ну, тут выбор неплохой. И что же нам выдадут? Руны все-таки, да? 4 штуки. Да, 4 штуки рун. Окей, забрали и отправляем с тобой. Слушай, его можно покормить. Ладно, пускай летит в приключение пока. Ну и барсик. Что же нам барсик даст? Руночки. Так, ладно, пускай летит. Бесплатно. Так, здесь у нас еще беззубик. Ну-ка. Ну, тут, наверное, вот это вот яйцо обычное. На кревет оно, по-моему. А, нет. Они решили все-таки дать мне просто 6 рун. Да. Так, ну что, отправим его в приключение или... Давай, пускай летит в приключение. Шиш с ним. Так, что у нас тут? Есть какой-нибудь обмен хороший? Ну, такой себе. Ну, ты прикинь, 435, а? Рун, вот этот вот фрукт стоит. Ну, это что за ценники такие? Откуда они вообще их берут? С потолка, что ли? За что? За какой-то фрукт? Тут 93 уровень. Кстати, мы можем... Подожди секундочку. Подожди секундочку. Мы можем с тобой сейчас... Да ладно. Переходит все-таки, да? Переходит он у меня в титаны. Ох, какой он стал шипастый. И 91 уровень, ребята. 91 уровень и всего 35 миллионов. О, так давай, конечно. Качаем, ребята. О чем тут вообще можно спрашивать? Так, я вот думаю, кревета нам с тобой или... А, вот, ребята. Второй дракон у нас 100 уровня появился. Я нас с этим всех поздравляю. Так, ну что, давай тогда прокачивать дальше кревета. Тяжело, конечно, это будет нам даваться, эта прокачка, если честно. А у нас других вариантов все равно нету.
Вот так-то. Давай-ка лети за рыбкой. Так, давай дальше выискивать. Здесь древесина. 37 миллионов древесины, кстати, не очень мало он приносит. Не очень. Так, тут у нас понятно все. Буйволорд. Так, где у нас там? Вот они наши, легендарные. С древесиной, да? Так, вернем и дальше его опять отправим. Подожди, чего там? А все равно не хватит. 244 миллиона древесины нужно, чтобы поднять ему уровень. Обалдеть. Так, ты у нас немножечко. Пока вот, насколько я понимаю, рыбы больше всего приносит именно модификрылка. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это самое большее, что нам приносит из драконов. Так, это уже повторение. Он в прошлый раз мне ту же самую эту корму и янтарь принес. Повторяется, дядя. Так, ну а ты чё? Блин, а я его что, не отправил? О, я его в прошлый раз не отправил, получается. Твою ж дивизию. Ладно. Так, здесь у нас янтарь. Идет на обмен, да? Три штуки мы с тобой забираем. И... да, хватает на обменку даже. Ух ты. Три штучки. Так, здесь пак у нас созревший. Ну, обычный, конечно же, пак. Шторморез, шоп от смерти, лаварык. Парящий прихвостень. Активируем сразу следующий. Так, ну что, сезонный абонемент. Естественно, янтарь. И тут янтарь. Слушай, смотри, не началось, ребята, у нас событие. Мы с тобой просто забираем награды. Как видишь, не шиша. Скоро начнется новогодний сезонный праздник. Вот я, в принципе, и рассчитываю как раз на этот новогодний сезонный праздник. Надеюсь, вы тоже будете в нем участвовать. Так, ну что, ребят, давайте заберем здесь фонарик этот. В принципе, уже никому не нужный. И идем на события. Идем на события. Нам нужно с тобой пройти вот это событие. Там остался последний поединок с боссом, который я умудрился сфейлить в прошлой серии. Надеюсь, этого больше не повторится. Надо просто аккуратненько, друзья мои. Тут всего две волны. Здесь, в принципе... а нас, по-моему, здесь-то как раз и распинали. По-моему, да. И это сделал, если я не ошибаюсь, именно капкан стальной. Так, ну здесь у нас с тобой очень много... тихо, вот блокировать только не надо. У нас с тобой здесь очень много прилив сил, поэтому, если что, мы будем его, естественно, использовать. Вот, например, как в данный момент. Чтобы захилять своих драконов и... да что ж ты, ну Барсик, ну господи, ну мог же ведь сделать нормально все. Так, ребята, они с повышенной атакой все. Не надо ушатывать только. Фух. Трындец какой-то. Просто трындец, ребят. Так. Ну да, все правильно. Блин, тратить грушу. Ну придется, ребят, иначе ушатают. Вот поверь мне, они ушатают. Сейчас кто-то из них... а это сейчас сделает массовую атаку. Верно же? А, не сделает он шиша. Так, раз, два, три, блин. Ну, допустим. Добей, фу, добил. Так, ну нам главное еще вот здесь... вот, вот этот вот уничтожил наш. Я немножко, ребят, попутал. Как они бомбашат, а? Так, отхил нам поможет? Блин, что-то кажется, что не шиша он нам не поможет. Да, а у меня выбора нету. Или грушу все-таки купить. Зачем же я тогда... нет, не будем ничего покупать. Зачем я тогда вчера серию пропускал, да? И так бы же мог бы вчера купить грушу и все наладить. Эх, скреснем пальчики и будем надеяться, что нам повезет. Да вы заколебали, вы что все туда-то бомбите, эй.
Да-да-да-да-да. Только так. И больше никак. Этот капкан со своей атакой мощной. Ух. Уничтожили? Нет, слава богу, не уничтожили. Друзья, есть шанс. Молодец, Барсик. Красотулька ты мой. Есть, есть шанс. Не очень большой, но он все-таки есть. Естественно, нам бы лучше, конечно, слепоту повесить на капкан. Ты посмотри, как вжаривает, а. В принципе, мы... Блин. В принципе, мы можем сделать... А, во. Все, все, друзья мои. Допрыгался кузнечик. Вот и все, ребят. И делов на копейку. Ну, потратили, конечно, очень много. Тихо, тихо. Очень много прилив сил потратили. Но зато мы этого ханорика теперь разберем. Пускай там фыркает, шмыркает, что хочет делать. Нам уже по барабану на него. Опять слепоту. Вот так. Тише едешь, как говорится, дальше будешь. Мне хотелось бы узнать, у нас второе событие откатилось, которое там у нас присутствует, или же не откатилось. Так. Сейчас мы его добьем. Тут осталось шиш да не шиша. Все, ребятушки. Ну что, событие пройдено, я нас с этим поздравляю. Ну что же, вращаем барабан, и выпадает сектор прилив сил. Да, друзья мои. Прошли, и это круто. Забираем с тобой 50 отличнейших, сочных рун. Так, ребят, ну что, у нас, надеюсь, все-таки еще одно событие доступно. Давай посмотрим. Да елки-палки, ребят, 18 часов надо будет подождать. Я думал, что оно уже созрело. Но, как видишь, не шиша. Ну что я могу предложить? Я могу предложить только лишь одно. Арена. Только арена, потому что, ну, здесь мы с тобой абсолютно все сделали. Кстати, а что у нас вообще по заданиям? В чем такой кисляк? Так, отправьте в путешествие с безумиками, спасите яйца, понятно. Выполнить обмены. Так, нюхохвату. А где у нас нюхохват, скажи-ка мне? Вот он, что там нужно ему? Еще разок, нюхохвату надо 50 тысяч древесины ему нужно, да, добыть. А он сколько добывает у нас? Это в час. Ух, нюхохват. Тебе тут на неделю задача нарезана. Ну, фиг с ним. Пускай будет. Пускай будет выполнять пока потихоньку. Так, что, завершите приключение. Фу ты. Я про плеваку-то забываю все время, ребята. Ё-моё. Плевака. Да он как-то стоит, фиг знает, ребят. Где-то в закутке, блин. Постоянно про него забываю. Ну, сколько там? Понятно. Продолжаем, продолжаем его мучить. Увалки. Пускай тренируется. Ему полезно, ему пора сбросить жирка немножко. А то он какой брюшка. Ну что, арена, да, ребят? Давайте аренку замутим по-быренькому. Я думаю, она никому не помешает. А уж мне-то тем более. Так, поехали. Надеюсь, у нас также все отлично получится. Так, древоруб. Кто у нас тут еще? Древоруб. Громобу... Так, тихо. Не надо буянить. Добьем? Ага, добьем, конечно. Да ну хорош. Вот, вот, ребят, ну вот согласитесь, да, что Барсик у нас как груша для битья. Ну, постоянно ему достается. Он умирает, погибает у нас больше, чем какой-либо другой дракон. И с этим ты не можешь спорить, потому что так оно и есть. Это статистика просто-напросто. Если бы у меня была статистика, сколько драконов умерло за всю игру, то Барсик, наверное, стоял бы на первом месте. Мне даже его просто жалко. Почему именно его атакуют, не знаю. Причем любые классы, практически любые классы драконов именно его атакуют. Я понимаю, там если бы чисто зелень бы его пинал, такой красный и синий. Кому не лень, тот и бьет. Хотя по уровню я бы не сказал, что он самый слабый. Ну что-то там, сарделя, все.
добуянилась. Окей, шикарно. Ну что, очередной поединочек. Я смотрю, у нас Хофер. Так, тихо, подожди. Громорок. Ну и Барсик тоже вражеский. Начну, пожалуй, с Хофера, потому что по нему идет повышенная атака. Но это именно Барсиком. Именно Барсиком. Так, успокойся. Давай сюда влупим. Сейчас кого-то заморозит, да? Или что он там делает? Понижает атаку. Отлично. Так, а теперь наша очередь веселиться. Добьет Барсик. О, спасибо. Спасибо, что ты переключился, парень. Это очень мне на руку. Но это, наверное, добьет. Хм. Что-то с ними не то творится здесь. Критани. Нормуль. Ну что, громобой. А, все, ты опоздал, парень. Ты, походу, опоздал. Ты уже нам ничего не сделаешь. А вот мы тебе сейчас сделаем очень даже бобо. Так, атака, укус. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну что ты там фыркаешь? Не надо фыркать мне, пожалуйста. Не надо. Раз, два, и будем добивать. Все, друзья мои. Отличное начало. И очередной наш поединок. Опять же здесь присутствует Барсик. Что-то противник зачастил тоже с Барсиком. Так, секундочку. Не надо бить. Ну вот. Они нашли грушу для битья. Теперь это у меня шторморез. Бедный, попал в немилость, а? Ты посмотри. Да ладно. Неужели действительно ушатает его, а? О-ля-ля, ты посмотри, что сделал. Понизил мне и защиту, и еще и запрет повесил на использование моих навыков. Плохо. Да иди ты, знаешь куда? Так. Ну что, я предлагаю сделать следующее. Вот так вот. Поехали. Раз, два. Уничтожь его. Уничтожь его. Спасибо. Так, а теперь мы будем тебя уничтожать. Раз, раз, два. Естественно, промахнется. И я надеюсь уже на добивку. Хотя мы точно получим с тобой добивку. Потому что мы повесили на него еще одну очередную слепоту. И здесь он уже просто беззащитный. Все, ребята. Ареночка пройдена. Ну что, как ты понимаешь, нам выпал с тобой обычный пак, что не есть хорошо. Но зато мы с тобой получили пак вождя. Громель, Кревет, Шторморез, Древоруб, Ужасное Чудовище, Водорез и Громгильда. Кстати, Громгильда скоро прокачается. Нужно ей еще 13 карточек на нее найти. Так, открыли. Давай заберем награду. Слушай, а для чего мы с тобой купим руны? Мы хотели бы вроде как купить с тобой новую территорию. Вот эту. Я сижу и думаю, а может быть нам что-то другое приобрести? Например, вот здесь расширить. Или же... Так, погоди секунду. Ага. А тут я не могу. Тут я не могу в любом... Вот здесь можно... Нет, ребят, здесь нельзя. Здесь только за счет викингов. Так что, будем открывать территорию или нет? Насколько помню, здесь отдельно и здесь отдельно, да? Все это расширяется. А, была не была. Поехали, ребят. Гора Валки. Одна из трех. Да, все-таки это отдельно идет. Еще 3500 здесь. Интересно, что я здесь смогу вообще сделать на вот такой вот маленькой территории? Объясни мне, пожалуйста. Это прям как грабеж средь белого ясного, средь ясного неба, да? А там у нас всего лишь лесопилка там у нас получается. Ладно. Так, что я хотел сделать? Что-то хотел сделать и забыл чего. Да, наверное, ничего. Наверное, я хотел, друзья мои, закругляться на сегодня. И обязательно увидимся уже в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.